Всем привет! Добро пожаловать на канал Easy Tuning. Сегодня у нас тест-драйв долгожданной Mazda CX-5 нового поколения. Сим Саратов, наш официальный дилер, любезно предоставил мне этот автомобиль. Скоро начнется презентация официальная в Саратове. Но вот мы пока, можно так сказать, тайно на парковке дилера смотрим этот автомобиль. Что же мы видим в передней части автомобиля? Автомобиль на вид стал агрессивнее, стал таким футуристичным. Мне вообще, честно сказать, очень нравится. Я владелец Mazda CX-5 в предыдущем кузове, но уже в рестайлинге. Там у меня светодиодная оптика, тоже смотрится достаточно брутально. Но здесь вот прям вообще агрессивность, такой чисто мужской автомобиль, очень современно смотрится. В общем, что у нас здесь в передней части автомобиля? У нас здесь стоит линза, она у нас и на ближний, и на дальний свет. Естественно, светодиодная. Установлены парктроники, ну уже, как правило, стоят, естественно, омыватели фар. Это уже никого не удивишь этим. Просто обалденнейшая решетка с очень красивым рисунком. Фальш-радиаторная решетка и значок Mazda выполнены в таком стиле, чтобы как бы создавалась иллюзия такого объема, как будто бы сам значок, он висит в воздухе. Ну, в принципе, если смотреть под каким-то углом, то можно увидеть такой эффект. Автомобиль сейчас чистый, достаточно солнечно. Смотрится все это очень круто. Ну, бампер снизу у нас оборудован таким вот пластиком, который можно ударять, то есть это не лакокрасочное покрытие. Как бы говорит нам о том, что этот автомобиль у нас не только городского типа, но и можно на нем кататься куда-то в лес, может быть, где-то по полям. Ну, такой он не неженка, в общем-то, такой автомобиль с характером. Что бы хотел еще подчеркнуть, что в данном автомобиле есть все то, чего так не хватало в предыдущей Mazda CX-5. Что у нас здесь есть? Вот, ну, что касается передней части автомобиля, зона покоя дворников теперь у нас обогреваемая. По всей машине просто по кругу много дополнительных резинок, уплотнителей, которые служат для шумоизоляции, для дополнительного комфорта. Мы их обязательно покажем. Здесь под капотом дополнительные резинки между дверей. Багажник у нас просто весь в дополнительных резинках, ну и, соответственно, дополнительные уплотнители еще у самих дверей. Мы это тоже покажем. Данный автомобиль у нас в максимальной комплектации. В принципе, по подвеске и по двигателю это все та же Mazda CX-5, которая у нас была в предыдущем поколении. Изменения коснулись в основном внешней части автомобиля и салона. Теперь осмотрим автомобиль с задней части. Задней части автомобиля, как мы видим, тоже изменился, стал очень агрессивным. Появились вот всякие такие вот дизайнерские решения, впадинки, как бы какие-то элементы выходят за границы, какие-то наоборот слишком утоплены. Это сделано для того, чтобы как бы также сзади автомобиль смотрелся объемным, таким брутальным, современным. И в принципе это работает, отлично все видно. Ну, сзади у нас также по стандарту установлены парктроники, светодиодные задние фонари. В принципе, в остальном здесь никаких больше нету наворотов, но здесь есть одна очень классная штука. Та штука, которой очень не хватало в автомобиле предыдущего поколения. Это электропривод. Наконец-таки разработчики Mazda услышали своих потребителей и установили в данный автомобиль электропривод. В предыдущие кузова электропривод также можно было установить, но это была дополнительная опция, и ей пользовались достаточно мало людей. Сейчас эта опция есть в максимальной комплектации автомобиля. Пока багажник у нас открыт, мы обязательно этим воспользуемся и посмотрим, что же изменилось внутри багажника. Так, ну здесь у нас стандартный набор автомобилиста. Это у нас так вот запаковано. Так, первый раз вижу, как запакована инструкция к автомобилю в таком, не знаю, как сумочка такая из кожзама, скорее всего. Здесь вот, что сразу бросилось мне в глаза, то, что внутри теперь нету дубового пластика. Внутри теперь все прям вот лакшери просто, как вот у автомобилей бизнес-класса далеко за 2 миллиона. Все мягенькое, материал намного приятнее, чем в предыдущем поколении в Mazda. То есть здесь такое ощущение, что как будто бы что-то мягкое проклеено именно под карпет. Не знаю, что это за материал. В уголках, вот в этих частях, где у нас были такие отсеки, теперь они закрываются крышками. Такими аккуратными крышками. Все облагорожено, все так, как должно быть в автомобиле бизнес-класса. Под полом мы видим запасное колесо, в центре которого установлен сабвуфер фирмы Bose. Или Баус, не знаю, как это правильно. И так правильно в России по-всякому говорят. Вот, ну, соответственно, ключи, домкрат. Все у нас расположено здесь в нишах, в пенопластовых.
Чуть не забыл сказать про одно из самых главных дополнений в данном автомобиле. Данное дополнение служит для дополнительного комфорта и шумоизоляции автомобиля. Помимо вот этого обязательного уплотнителя, который есть во всех автомобилях Mazda и в предыдущем поколении, здесь также еще есть дополнительный уплотнитель крышки багажника с этой стороны и, соответственно, с той стороны. Это у нас служит для дополнительной шумоизоляции. Также вот я здесь еще заметил, вот еще сверху есть вот резиночка мягенькая, тоже у нас служит для дополнительной шумоизоляции. Этот автомобиль мы обязательно протестируем, действительно ли он стал намного тише, ну и насколько повысился комфорт с точки зрения вот именно ощущений. Также здесь есть клавиша, с помощью которой крышка багажника также круто закрывается. Ну и теперь рассмотрим, как изменились двери в новом автомобиле Mazda CX-5 2017 модельного года. Здесь мы видим вставки под дерево, которые смотрятся очень стильно и очень богато. Дополнительные строчки. Ну, естественно, мягкий пластик. 4 стеклоподъемника с функцией авто и с подсветкой. Также у нас здесь добавилась кнопка, которой, опять же, не хватало в Mazda предыдущего поколения. Кнопка, которая отвечает у нас за автоматическое складывание зеркал. Можем выбрать режим авто или выбрать режим мануальный, чтобы делать это вручную. В дверях установлены динамики Bose или Bose, опять же, не знаю, как правильно. Здесь у нас стоит широкополосник, а на стойках установлены у нас высокочастотные динамики. Посмотрим, как изменились задние двери. Задние двери по стилю, естественно, повторяют передние двери. Также имеются вставки под дерево, вставки под алюминий. Здесь у нас, где стеклоподъемник, такой пластиковая вставка под рояльный лак черная. Все мягенько, все круто. Дополнительные уплотнители вот у нас, вот если вы видите. Здесь. Опять же, и также еще и на кузове уплотнитель. Здесь сделано все для того, чтобы автомобиль был тихим и комфортным. Ну вот мы и находимся в автомобиле Mazda CX-5 в салоне. Смотрится он очень круто. Здесь установлен руль от Mazda CX-9. Ну, не знаю, точно ли от Mazda CX-9, но, во всяком случае, он очень похож. И поэтому я смею предположить, что это руль именно от Mazda CX-9. Руль выглядит достаточно агрессивно. В таком автомобиле хочется постоянно гонять. Изменилась немного комбинация приборов. Теперь правый колодец у нас цветной, выводит информацию полного автомобиля. Сейчас у нас открыты две двери, и он их, соответственно, подсвечивает красным. Полностью изменилась панель. В передней части дефлекторы. Опять же, выполнен в таком агрессивном стиле. Такие стремящиеся линии. Все подчеркивает брутальность и скорость в данном автомобиле. Климат-контроль, в принципе, не изменился. Такой же, как и в предыдущей Mazda. Торпеда изменилась, поднялась, стала такая солидненькая. В данном автомобиле просто все намекает на то, что это автомобиль бизнес-класса. Все стало очень роскошно. Дисплей теперь стал по типу, как у Mazda 6. То есть у нас он такой как бы отдельно стоящий. Также имеется шайба, которая у нас уже, в принципе, присутствовала в предыдущих поколениях. Bose играет достаточно объемно, круто. У нас появился здесь проекционный экран, который уже был в Mazda 6 и в Mazda 3. В CX-5 его почему-то не было, но наконец-таки он здесь появился. В боковых стойках у нас установлены твиттеры, высокочастотные динамики. Bose у нас установлена не в каждой комплектации. Данную музыку вы можете установить только в максимальных комплектациях данного автомобиля. Что у нас изменилось здесь? Ну, так как этот автомобиль у нас оснащен люком, здесь у нас вот есть дополнительные клавиши для люка. И из нового здесь появилась кнопка SOS. Это кнопка, которая сейчас обязательно должна быть установлена во всех автомобилях, которые продаются на территории Российской Федерации. Это система ГЛОНАСС. В случае чего, то есть, можно вызвать службу спасения и так далее. Сиденья немного изменились. Мне кажется, стала лучше кожа. Немножко стал другой рисунок. Сиденья имеют память на двух пассажиров. Это имеет только водительская. Пассажирское сиденье память не имеет, но также имеет электрорегулировку на сервоприводах. Самое главное здесь дополнение, ну, я считаю, что самое главное, потому что мне их не хватает в моем автомобиле, это подогрев руля, вот она клавиша. Это у нас кнопка открывания багажника. Багажник у нас можно открыть как из салона, так и с помощью кнопки, которая находится на самой крышке багажника. Так, ну, бардачок у нас тоже немножко изменился. Здесь у нас появилось гнездо для SD-карты, я так думаю, это для навигации. Два USB, теперь их перенесли сюда, и AUX. И также у нас здесь есть розетка 12 вольт.
бардачок у нас имеет мягкую поверхность, что-то похожее на флок, как будто бы флокированный. То есть это у нас опять же сделано для того, чтобы автомобиль был очень комфортный, не было никаких призвуков и лишних скрипов. Можно смело называть автомобилем бизнес-класса, таким кроссовером бизнес-класса, потому что здесь очень много что сделано для именно комфортной езды, чтобы не было никаких лишних звуков. Ну вот мы и переместились на задний диван автомобиля. Какие изменения мы видим здесь? Ну, во-первых, изменения – это то, что наконец-таки добавили дефлекторы воздуха. Здесь нету трехзонного климат-контроля, но хотя бы есть дефлекторы с возможностью направлять воздух в разные стороны и регулировка интенсивности воздушного потока. Открываем подлокотник, и что мы здесь видим? Здесь у нас установлены кнопки подогрева заднего сидения. Открывается крышка. Здесь мы видим блок для зарядки телефонов, как я предполагаю, на 2 ампера, 2 USB. Задние спинки сидений получили способность менять угол наклона. Делается это очень просто. Здесь есть у нас специальная ручка. Можно утопить спинку. То есть и посадка стала более комфортной для дальних поездок. Это вот самое-самое то, что нужно. Почему на моей это нету вот этого проекционного дисплея, а? Ну, он был на шестерках, был на тройках, а почему-то на CX-5 не было. Ну вот мы наконец-таки заполучили Mazda CX-5 новую на тест-драйв. Тест-драйв сегодня будет в основном только об ощущениях внутри салона, то есть насколько эффективно стала шумоизоляция, как тут все это проработано, насколько помогают все эти дополнительные резиночки. Ну, по ощущениям, пока еду по асфальту, не особо понятно, как бы. Ну, есть с улицы вообще ничего не слышно. Слышу только кондиционер. Асфальт у нас сейчас в городе нормальный, шума тоже от него нету. Очень радует новая комбинация приборов. Вот этот третий колодец, где теперь у нас цветная графика. Смотрится очень современно. По тактильным ощущениям, руль, кожа его, стала лучше. Как-то она более нежно, что ли, стало трогаться. В обзоре на этот автомобиль я забыл рассказать про стекла. Здесь лобовое стекло стало толще, и передние боковые стекла стали толще. Это нужно для того, чтобы отсечь ненужные шумы с улицы. И это очень помогает эффективно. Вот после своего автомобиля у меня тоже как бы нормальная шумоизоляция, тоже не особо слышно улицу, но здесь вот прям заметно, что вот через стекла, через двери звуки проникают намного хуже. Вот жалко, вам не видно, но вот я вот вижу, как люди головы сворачивают при виде этого автомобиля. Автомобиль еще в таком ярко-красном цвете, всем очень нравится. Ну и вообще новый автомобиль, еще мало кто видел. Кончается асфальт, съезжаем на грунтовку. Вот мы едем по грунтовке, достаточно жесткой, где щебенка, в земле такая вросшая, и ничего не изменилось. Вот как по асфальту ехал, так и по грунтовке. Слышно, как работает подвеска еле-еле, но это абсолютно никак не влияет на комфорт. Да, шумоизоляция определенно здесь стала лучше. Так, будем разворачиваться, наверное. Хотя вон улочка, мы как раз по ней, наверное. А, нет, все-таки, наверное, развернемся, чтобы не плутать. Мы заехали в какой-то частный сектор уже, какой-то дачный, я даже сказал. Да, вообще не слышно, вообще прям вот отличный шумоизолятор, супер. Мне кажется, смело автомобиль можно позиционировать как автомобиль бизнес-класса. И насколько я знаю, маркетологи компании Mazda именно в Японии, они этот автомобиль так и позиционируют. Руль как будто бы стал немножечко легче на маленькой скорости. Но, может быть, это просто сила убеждения, что автомобиль другой, и все должно быть другое. Ну, тем не менее, мне так показалось. Нас пропустил КамАЗ. Ему, наверное, очень понравился наш автомобиль. И он нам решил дать дорогу. Это очень приятно.
И какой итог хотелось бы подвести по поводу вот этих всех дополнительных резиночек, шумоизоляции и так далее. Все это работает, автомобиль реально стал тише по сравнению с CX-5 прошлой. Вот, я вот только что приехал на CX-5, поставил ее в автосалоне Mazda и сел за новый автомобиль, и, в общем, разница-то есть. Может быть, не очень большая, но она ощутимая, в принципе. То есть, что здесь положительно влияет? Это вот боковые стекла, вот эти вот все резиночки, которые по кругу. Багажник вообще не слышно. В общем, я считаю то, что производители Mazda отлично поработали над шумоизоляцией в этом автомобиле, даже, наверное, ее больше, чем нужно, но много плохо не бывает. Какой хотелось бы подвести итог в обзоре на данный автомобиль? Автомобиль получился очень агрессивным. Такой автомобиль будет обязательно выделяться в городе, данный автомобиль будут хотеть. Был такой момент, когда я хотел соскочить с Мазды, попробовать другой автомобиль, но при поиске автомобиля я протестировал много автомобилей в категории до 2 миллионов, и лучше Mazda CX-5 я ничего не нашел. Поэтому я приобрел на тот момент Mazda CX-5. И что я думаю, какой автомобиль будет следующим у меня? Если рассматривать автомобиль также в районе 2-2,5 миллионов, это будет либо Mazda CX-9, но автомобиль для меня слишком большой, как бы, ну, я не люблю очень большие автомобили, должна быть какая-то золотая середина. И вот этот автомобиль мне очень понравился, просто очень. Здесь есть все то, чего мне так не хватает в автомобиле Mazda CX-5 предыдущего поколения. Еще раз хочу поблагодарить официального дилера Mazda в Саратове, ООО «Сим Саратов», за то, что предоставил нам этот шикарный автомобиль на обзор. Мы обязательно еще прокатимся на нем и расскажем, помогли ли все эти резиночки, уплотнители, все эти решения внутри салона для того, чтобы сделать автомобиль более тихим и более комфортным. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал Easy Tuning. Нажимайте колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео на нашем канале. Пока! Where are you going? Going so fast tonight. Have you ever stopped beside the road to smell the rose of life? Take a breath now, don't hold it in too long, 'cause you might end up missing out on life's short little song. She's saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, got one life to live, don't let it go. Ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live, don't let it go. Теперь я тут папка в кадре. Все, Серег, спасибо, запись пошла. Благодарим вас. Сергей у нас служит для чего, Сергей? Сергей у нас манекен, по которому мы наводим фокус. Спасибо, Серега. Серега, посмотри, я там не обрезанный. Раз, 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 раз. Пошла запись. Запись пошла. Раз, раз, раз.
А вот я так стоял. Так, ну все.